Всем привет, чуваки, это Топ Дота. Если вы давно на меня подписаны, то знаете, что я частенько провожу различные конкурсы, разыгрываю вещички из Доты и просто устраиваю какие-то халявки. Да и к тому же бывает покатываю на сайтах с кейсами и рулетками. И ввиду всего этого у меня есть довольно много разных шмоток, которыми я, можно сказать, не пользуюсь, которые я даже не разыгрываю, да и которые, можно сказать, никому не нужны. Думаю, если вы давно играете в Доту, то у вас тоже есть такой мусор. И по правде говоря, мусор этот реально бесполезный, его никто не покупает. Покупает на маркете, вы им сами не пользуетесь, да и вообще он, можно сказать, просто занимает место в вашем инвентаре. И для этого всего дела есть очень простое решение под названием Skins Cash. Да, это реклама. Skins Cash — это сервис, на котором можно сбагрить всякую ненужную вам дичь и получить за нее вполне себе реальные деньги. Так что думаю, что реклама хотя бы, по крайней мере, полезная. Тем более, что сейчас мы попробуем наторговать на целую аркану. И посмотрим, что же получится. Так что давайте сначала авторизуемся и введем ссылку на обмен. Тут, кстати, даже есть какой-то бонус в 3% в честь Дня Святого Валентина. Ну ладно, после этого всего наш инвентарь несколько секунд должен оцениваться. И теперь наконец-то можно выбирать, что же мы хотим продать. Выбирать мне на арканку придется много, так что я видосик ускорил. В общем, в итоге получилось на 900 с лишним рублей. Выбираем платежку, на которую хотим получить бабки, и соглашаемся. Теперь подтверждаем обмен и будем ждать наши бабки. А ждать нам, кстати, пришлось недолго, пришли они буквально за каких-то секунд 20. Вот даже скриншотик выплаты. И теперь, как я и говорил, предлагаю купить на это бабло арканку. А делать я это буду через всем известный нам маркет. 30 рубликов у меня тут уже лежало, всю прибыль со скинкэша я закинул, и в итоге мне как раз хватает на арканку Текиса. Большего мне в принципе не надо, шмотки я все равно не юзал. Итак, покупаем. Забираем, и все, она у меня в кармане. Это все-таки рекламный ролик, вряд ли здесь будет много лукасов, но если мы соберем всего лишь какую-то жалкую 1000 лайков, то арканку я давайте разыграю. Как и говорил, розыгрыши я делаю часто, да и все равно за эту арканку я отдал какой-то мусор, так что можно сказать не жалко. Жду ваших лайков, чуваки, изи арканка. А если вы уже юзали скинкэш, то пишите в комментах, как вообще вам этот сервис, какие есть плюсы, какие минусы. Может быть, я опять прослоупочил и все его давно юзают, как знать. Удачи!